Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас я вам расскажу, что же вам принесет пятница. Итак, смотрим. Какую-то поездку принесет вам пятница, причем в первой половине дня. Ну, у кого-то, может быть, прям с утра. Какие-то переговоры, договоренности, в общем, с кем-то о чем-то будете разговаривать или договариваться. Так, да, еще денежки небольшие пятница вам принесет, могут вам, но денежки, правда, заработанные. А, нет, может быть, еще помощь какая-то. Сюда же подходят социальные выплаты. То есть вполне возможно, что вы будете договариваться о получении каких-то денег. Но, видимо, деньги будут чуть позже. Но в пятницу все равно будут деньги в первой половине дня. Могут вам за что-то заплатить или может прийти какая-то помощь. Так, дальше. Решится какой-то важный для вас вопрос, мои хорошие. Так, не знаю, пока вы будете решать или за вас будут решать. Я думаю, что вы себя очень неуверенно чувствуете в решении данного вопроса. Ну, посмотрим. Но решать вам его, вам придется его решать. Вопрос, скорее всего, связан тоже с деньгами. Так, да. Вот. Но тем не менее, смотрите, какие-то денежки все равно вам придут. И плюс еще какие-то договоренности будут тоже о каких-то деньгах. И еще поможет вам девушка, у которой русый цвет волос, от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами. Такая, знаете, очаровательная, улыбчивая, гостеприимная, веселая. Так. Смотрите, радостные новости еще я вижу от детей и внуков. Давайте уже посмотрим вечер. Ой, девочки, вечером встреча. Причем встреча очень интересная с мужчиной. Вот. Ну, смотрите, к вечеру все-таки решится вот этот вопрос. Вот весь день. То есть с утра вроде бы деньги какие-то придут, да? Вот, но весь день тянется какой-то вопрос, связанный с деньгами. Вот, и решится он только к вечеру. Вот, также это может быть вопрос относительно работы. Я имею в виду устройство на работу, смена работы. Может быть, вы ищете подработку. Тоже вполне возможно. Может быть, у вас бизнес, да, то тут могут быть какие-то заказы товаров, услуг. Все равно чего, вот, то к вечеру может быть даже как что-то очень крупное. Может быть, даже вопрос, связанный с недвижимостью. Вполне возможно, что вот весь день будет решаться данный вопрос. Так, ну вот встречу, любовную встречу вижу я вечером. Если вы свободны, то вполне возможно интересное знакомство. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, там я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть внизу в описании в этом, к этому видео. Или же вы можете найти меня по имени Алена Ариес в телеграме. Да, и получите ответы на свои вопросы мгновенно с моей большой книгой Таро. Просто получаете книгу, просто задаете свой вопрос и просто читаете на него ответ. Ну и теперь, как обычно, девочки, карта совета. Так, совет вам на пятницу. Это богиня Фрея, смелость. Да, смелость вам точно в пятницу понадобится. Дайте волю страсти к приключениям, действуйте рискованно и дерзко. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч.